В Омском отделении пенсионного фонда презентовали собственное мобильное приложение. Программа бесплатная, ее можно запустить на любом современном смартфоне. Базовый набор функций позволит удаленно заказать нужные документы, а если зарегистрироваться через портал государственной услуги, то можно получать доступ ко всем функциям. Пользователь сразу узнает точные данные о своем трудовом стаже и пенсионных данных, а также для просмотра доступны сведения о назначенной пенсии и остатке материнского капитала. Разработчики уверяют, что персональные данные пользователей максимально защищены.